В Мариэл началась неделя туризма. Сегодня на территории Марийского края действует более 200 туристических маршрутов и экскурсионных программ. Туристический поток стабильно растет с каждым годом. В этом году мы сделали огромный прорыв, и я не боюсь этого слова, так как 9 федеральных каналов, 9 передач только за один год было снято о Республике Мариэл. Без внимания не остался практически ни один федеральный канал. Действительно, туризм – одна из самых молодых, динамично применительно к нашей республике, я бы сказал, так, в взрывном характере продвижения за последние 3-4 года. За последний год многое удалось сделать с точки зрения привлечения ресурсов государства для развития нашей экономики. У нас реализуется в республике инвестиционный проект по соглашению с фондом «Туризм РФ». Это новая организация, вы знаете, что она современная модель, которая первоначально охватывала только территории с огромным потенциалом и количество средств, вкладываемых государством через этот фонд, исчислялось несколькими миллиардами рублей. И даже первое правило для заключения соглашения было это, значит, предложение более 4-5 миллиардов, меньше, собственно, не предполагает. В течение 4 дней Республиканское министерство спорта и туризма проведет насыщенную программу. В рамках недели туризма пройдет организация открытого диалога с экспертами туристической отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. Особое внимание будут уделять таким темам, как автотуризм, продажи в гостиничном бизнесе, обсудят развитие детского туризма и личного бренда. В рамках туристической недели также будет организована информационная поездка в туристический центр «Яльчик».